Мы ничего не забудем, и мы всегда будем с Россией. Гамбит Вепря на Конте за 14 ноября 2020 года. Почти два месяца продолжался конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Все здравомыслящие люди с самого начала понимали, что наша страна не должна втягиваться в этот конфликт ни на стороне Армении, ни на стороне Азербайджана. В таких ситуациях всегда очень сложно сохранять нейтралитет, но мы должны были быть над схваткой. Мы должны были стабилизировать обстановку на Кавказе и принести мир. И мы это сделали, потому что это зона наших национальных интересов, потому что мы отвечаем за судьбу братских народов, потому что мы заканчиваем войны, потому что мы миротворцы. И сегодня на митинге в Ереване прозвучали слова, которых мы давно ждали. Слова и мысли, которые расставляют все точки над «и», которые, судя по всему, становятся мейнстримом армянской политики. А теперь передаю слово известному сценаристу и кинопродюсеру Армену Григоряну, выступившему на митинге. Как всегда, напоминаю, ссылочка на статью будет в инфобоксе под видео. Перейдите и посмотрите самостоятельно со звуком вот предложенное видео в статье. Я хочу сказать несколько слов по-русски. Я знаю, здесь есть русские СМИ, которые в прямом эфире транслируют на Россию. Я хочу сказать России и россиянам. Я гражданин Российской Федерации, я гражданин Республики Армения. Армения для меня родина, а в России у меня дом. Не верьте лживым сукиным детям. Армения была, есть и будет союзником России. Армения благодарна России, как бы она ни называлась, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начиная с 1828 года мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины всегда будут с российскими воинами во всех войнах и в первую очередь в будущих войнах. И не поддавайтесь на провокации соросовской мрази, которая продала мою родину. Вот такая эмоциональная речь. Добавить нечего. Быть миру, быть добру. Гамбит Вепря. Уважаемые читатели, если вам понравилась статья, не забудьте оценить ее и подписаться на блог автора статьи. Ну и как всегда, на мой YouTube канал не подписывайтесь. Впереди много увлекательных историй, не пропустите. Мы ничего не забудем, и мы всегда будем с Россией.